Развивать рисовый и рыбные кластеры, создать металлургический сектор, наращивать производство на базе уранодобывающих предприятий, добывать редкоземельные металлы и осваивать возобновляемые источники энергии. Аким Кызылординской области обозначил главные ориентиры развития региона. Большое внимание уделяют вопросам социального блока, образованию и здравоохранению. Особый акцент на развитии малого и среднего бизнеса. В свете развития предпринимательства необходимо устранить все административные барьеры, бюрократизм и волокиту с разрешающими документами. Будет ужесточен контроль за работой госорганов. Любая попытка взятничества, факты коррупции будут расцениваться как неисполнение поручений президента и саботаж. Малый и средний бизнес должен получить повсеместную поддержку.